Здравствуйте! Программа «День города» на ваших экранах. Марина Комиссарова в студии. Смотрите сегодня. Музей полиции, сотрудники УМВД готовят масштабный региональный проект, причастным к которому может стать каждый. Отголоски взрыва. Дело о трагедии на Осеннем переулке пришло к логическому завершению. Незаконный бизнес ценой в здоровье жителей Рязани процветает в Дашковой песочне. Наша съемочная группа отправилась на рейд вместе с природоохранной прокуратурой. Деньги, как известно, не пахнут, особенно когда они заработаны нелегально. Жители Рязани обратились в нашу редакцию с сообщением о процветающем в районе Дашковой песочни незаконном бизнесе ценой в здоровье жителей Рязани. Улицу Большую, по их словам, буквально атаковали осенизаторы. Машины с отходами туда едут ежедневно вереницами. Сливают жидкие отходы прямо в городской черте. Расследование провела моя коллега Алена Куколева. Жители песочни всерьез опасаются экологической катастрофы. Осенизаторы везут канализационные нечистоты со всех окрестных поселков и сливают их в люк, который скрыт в зеленых насаждениях. Все это в сотни метров от жилых домов, а грунтовая дорога накатана здесь лучше, чем некоторые городские. Очевидно, что незаконные осенизаторы ездят по ней регулярно. Вот он слился. А за то, чтобы вот в 20-м цеху я узнавал, чтобы ему вот это разгрузить, он должен заплатить 3000. 20-й цех утилизации. Это у нас идет в Турлатово. Очистные сооружения. Он, по идее, должен туда отвезти и все там разгрузить, вот эту гадость. А здесь он бесплатно разгрузился, понимаете, чистый доход, деньги чистые. Разумеется, легче слить все содержимое бочек в первый попавшийся колодец. Не проходит и нескольких минут, как появляется еще один КАМАЗ с бочкой. Съехав с дороги, улицы Большой, они вереницей везут тонны канализационных стоков. За день, по словам местного жителя, сюда приезжают до 30 машин. Скинув сразу два шланга, водители сбрасывают отходы и уезжают за следующей партией. За час работы с съемочной группы машина с этим госзнаком приезжала два раза. Говорю, с канализацией. Вы чем слушаете? А? С канализацией. Вы канализацию не сливаете? Да. Воду. А здесь запрещено сливать канализацию. Как запрещено? Все документы, все есть. Всего в нескольких метрах от колодца идет ручей. Вода в него поступает из песочинских прудов, а затем попадает в Аку. Его путь хорошо просматривается на карте со спутника. Сначала ручей попадает в искусственную канаву, которая имеет сообщение с Акой, главной питьевой артерией Рязани. Невооруженным глазом видно, что цвет воды в канаве мутный, зелено-коричневого оттенка, а на ее поверхности образовалась пленка. Вот только водители бочек с фекалиями утверждают, что сливы идут не в сторону Аки, а как в аномальной зоне, вверх по склону, и для очистки попадают в соседнее здание водоканала. Здрасте, а что вы здесь сливаете? Воду. Откуда водичка? С канализации. То есть здесь фекалии? Да. А вы знаете, что эти фекалии попадают в Аку потом? Нет. Они знаете, куда попадают? Вон, видите, вон то здание. Вот они туда попадают. На руках водителя есть и якобы разрешающий на слив отходов здесь документ. Он его демонстрирует, показывает даже карту с пунктом приема, но выясняется, что карта вообще из другого места. Подождите, стойте, это что у нас? А то я вам покажу. А вы откуда вы принимаете? Вы же сейчас... Авторынок, нет, это камбушок. А другой водитель и вовсе, увидев камеру, разворачивается и уезжает. Раз все здесь официально, почему так страшен журналист, неясно. Продолжая путешествие по карте со спутника, хорошо видно, что канава с канализационными сливами впадает в Дядьковский затон. Здесь круглый год рыбаки сидят с удочками. А водоем в Дядькове протокой соединен с Новоселковским затоном. Там, где он впадает в Аку, расположена Окская водоочистительная станция. Путь канализационных стоков завершается за моей спиной. Они впадают в Аку. И здесь же, в буквально нескольких сотнях метрах располагается водозаборная станция. Отсюда питьевая вода поступает на весь Октябрьский район, а это половина города. Качество питьевой воды вызывает вопросы у жителей областного центра уже давно, но на практике это выглядит гораздо страшнее. Поступающая в краны рязанцев вода из этого затона регулярно приобретает неприятный запах. В 2014 году рязанские власти даже поднимали вопрос о переносе водозабора из Дядьковского затона в другое место. Причина – большое количество органических соединений и отложений. Редакция телекомпании «Город» просит считать данный сюжет официальным заявлением для всех заинтересованных органов для дальнейшей проверки действий водителей и организации, которая занимается незаконным сливом фекалий. Алена Куколева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Областной суд оставил в силе решение железнодорожного районного суда в отношении владельца котельной взорвавшегося дома в Первом Осеннем переулке. Заседание состоялось сегодня, 13 декабря.
На основании акта обследования от 28 октября 2016 года установлено, что техническое состояние несущих конструкций котельной оценивалось как аварийное. Существовала угроза жизни и здоровью жильцов дома и третьих лиц. Было возможно повторное обрушение участков стен. Дальнейшая эксплуатация была признана невозможной. В адрес Дмитрия Трифонова было направлено уведомление о необходимости демонтажа котельной в срок до 6 ноября 2016 года, а также приведение указанной территории в надлежащий вид. Требования предприниматель проигнорировал, и пришлось убирать опасный объект за бюджетные деньги. Тогда, в марте текущего года, Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Рязани подало иск о взыскании убытков к владельцу котельной Дмитрию Трифонову. Железнодорожный районный суд города Рязани удовлетворил данный иск в полном объеме. Владелец котельной с таким решением не согласился и подал апелляционную жалобу. Рязанский областной суд решение районного суда оставил без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения. Решение Железнодорожного районного суда города Рязани вступило в законную силу. В среду 13 декабря в нашем городе состоялся первый форум дизайнеров. Больше десятка представителей этой творческой профессии собрались на нем, чтобы поделиться опытом и узнать о последних модных тенденциях. Быть в курсе последних модных тенденций, знать все о появляющихся новинках – без этого дизайнер не сможет качественно выполнить свою работу. Однако до сегодняшнего дня мероприятий, на которых можно было бы обменяться опытом и почерпнуть полезную для работы информацию, в Рязани не было. Первый форум дизайнеров прошел в нашем городе на базе студии «Florian Home», директор которой выступила одним из организаторов этого мероприятия. Основная идея форума – это создать пространство для общения единомышленников и для обмена опытом. Сегодня здесь собрались самые творческие люди города Рязани. И по количеству участников мы понимаем, что форум дизайнеров – это мероприятие, которое было необходимо нашему городу. И в будущем совместными усилиями мы будем стараться проводить эти встречи регулярно. Грамотное обустройство кухонного пространства и новинки мебели, лестничное пространство и его дизайн, интерьер общественных зданий. Эти и многие другие вопросы были подробно рассмотрены на форуме. Спикерами выступали ведущие специалисты в этой области, которым действительно есть чем поделиться со своими коллегами. Также особое внимание решили уделить проблеме взаимодействия дизайнеров и технических специалистов. Некоторые элементы дизайна, которые можно осуществить более проще, более красивее, более уютнее, специалисты могут, технические специалисты, которые будут изготавливать, они могут уже что-то подсказать дизайнерам. И в кулуарах мы уже обо многом, даже не прибегая к общению на сцене, да, мы уже в кулуарах очень много этих вопросов обсудили. То есть у нас уже шаг вперед по этому направлению есть. Бытовая техника, электроника и инженерия – вот еще один пункт в списке рассматриваемых на форуме вопросов. Помимо чистой теории, здесь была организована демонстрационная комната, в которой можно было оценить достоинства телевизора с разрешением экрана 4К и проектора итальянского производства премиум-класса. В общем, участники форума остались довольны, и все как один считают, такие мероприятия просто необходимы для нашего города. На этом форуме можно узнать много нового, в том числе о новинках на рынке. Для меня, как для дизайнера, это очень важно, потому что нужно быть в тренде, нужно предлагать заказчикам только самое лучшее. Я считаю, что это очень классная идея, потому что когда на одной площадке собираются все дизайнеры, обмениваются опытом и приглашаются спикеры достойные, то это, я думаю, что польза вообще на благо всей Рязани. В том, что этот форум не последний, организаторы уверены, они уже задумываются о будущих мероприятиях, на которых планируют расширить круг обсуждаемых вопросов. Так, вполне возможно, что приглашение на них получат не только дизайнеры, но и строители, а также изготовители и продавцы отделочных материалов. Ирина Ковалева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Чуть больше недели прошло с тех пор, как в городе эвакуировали несколько торговых центров и административных зданий по телефонному анонимному звонку. Неизвестные люди сообщили о заложенных по определенным адресам бомбах. После эвакуации и проверок, как мы помним, взрывных устройств нигде не обнаружили. Явление, называемое телефонным терроризмом, преступление весьма распространенное. Правоохранительные органы вовсю борются с этим видом терроризма, за исключением некоторых сотрудников.
Довольно абсурдная ситуация, о которой пойдет речь, сложилась 2 сентября текущего года. Ночью около 2 часов, не совсем трезвый, как установил впоследствии суд, сотрудник полиции собирался в один из ресторанов Рязани. Впоследствии выяснилось, что к сотрудникам этого заведения он испытывал неприязненные чувства по личным причинам. И в ресторан в ту ночь мужчина собирался отнюдь не для того, чтобы отдохнуть или поужинать. В указанное время с целью воспрепятствования работе ресторана решил совершить заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение заведомо ложного сообщения о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей, 2 сентября 2017 года в 1:41 умышленно с целью воспрепятствования работе ресторана, а также нарушения нормального функционирования органов внутренних дел и других спецслужб города, заранее зная о недостоверности передаваемой информации, не намереваясь осуществить террористический акт, с мобильного телефона сотовой связи осуществил звонок в единую дежурную службу управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города по номеру 112 и сообщил дежурному диспетчеру заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве. Случай беспрецедентный, ведь сотрудник на тот момент органов прекрасно понимал последствия своих умышленных действий. Мало того, что он в личных целях отвлек от исполнения служебных обязанностей силы правоохранительных органов и служб, которые призваны оказывать помощь в экстремальных ситуациях, он, как сотрудник тех самых правоохранительных органов, запятнал честь мундира своим противоправным поведением. Прокуратура Советского района города Рязани 7 декабря 2017 года поддержана обвинение по уголовному делу в отношении жителей города Рязани, который совершил заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей, причинении значительного имущественного ущерба, либо наступлении иных общественно опасных последствий, то есть преступление, которое предусмотрено частью 1 статьи 207 Уголовного кодекса Российской Федерации. Приговором Советского районного суда города Рязани нарушитель признан виновным. Теперь он не только больше не является сотрудником полиции, но и выплатит штраф в размере 100 тысяч рублей. Приговор еще не вступил в законную силу. Марина Комиссарова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». При низких температурах использовать воду в автомобиле просто невозможно, и практически все водители переходят на использование незамерзающей жидкости. В народе ее называют просто незамерзайка. Вот только к ее выбору нужно подходить очень осторожно, иначе можно натолкнуться на фальшивку. Так сотрудники УМВД России по Рязанской области выявили и пресекли в Рязани и регионе сбыт автомобильной незамерзайки, организованной с нарушениями законодательства. Всего с начала декабря этого года полицейскими в Рязани и Рязанской области был выявлен 31 факт торговли незамерзающей жидкостью с признаками нарушений. Суммарно изъято более 3,2 тонн продукции. На нарушителей составлены протоколы об административном правонарушении. В дежурную часть отдела МВД России по Московскому району Рязани поступили сообщения о реализации в торговом комплексе Нашабулина автомобильной незамерзайки подозрительного качества. Покупатели отмечали, что от приобретенной в этом месте жидкости исходит неприятный запах. Люди предположили, что в ней могут содержаться вредные ингредиенты. В ходе проверки сотрудники отдела организации применения административного законодательства ОМВД России по Рязанской области и их коллеги выявили 2 факта реализации незамерзающей жидкости для стекол автомобиля разных марок. Продавали ее без документов, подтверждающих качество, безопасность и происхождение товара. Из 2 торговых точек изъяли 1000 литров незамерзающей жидкости. Образцы продукции направлены на исследование. В отношении людей, причастных к торговле с нарушением норм действующего законодательства, возбуждены дела об административном правонарушении по статье «Незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена». По сравнению с началом зимы прошлого года, существенно сократилось число фактов торговли незамерзающей жидкости для автомобилей без документов или ненадлежащего качества. Рейдовые и проверочные мероприятия продолжаются. Несмотря на активные действия власти и правоохранительных органов, направленные на защиту окружающей среды, правонарушителей в этой области немало. В частности, нередки случаи незаконной вырубки лесов. В этот раз пострадал зеленый массив на территории национального парка Мещера. Нарушителя нашли, и теперь в отношении него возбуждено уголовное дело по факту незаконной рубки лесных насаждений в значительном размере. В ходе данной проверки установлено, что в квартале 1 выделили 38-го Очкинского участкового лесничества, Клепиковское лесничество на особо охраняемой природной территории Федерального государственного бюджетного учреждения Национальный парк Мещера выявлена незаконная порубка 5 сырорастущих деревьев. Общий ущерб, причиненный государственному лесному фонду данной незаконной порубки, составил 25 тысяч рублей, который является значительным. По данному факту прокурором района в порядке статьи 37 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации
начальнику МВД России по Клепиковскому району направлен материал проверки. В суд направлено уголовное дело о турлатовском убийце. Напомню, в июне этого года в лесопосадке в районе деревни Турлатово неизвестный мужчина убил женщину и напал на девушку. Какое наказание понесет преступник, теперь будет решать суд. Как установило следствие, 12 июня текущего года 40-летний обвиняемый после рыбалки, находясь в нетрезвом состоянии, направился в сторону своего дома в Турлатове Рязанского района. Проходя по тропинке в лесопосадке, он встретил незнакомую женщину, которая шла к себе на дачу и из которой у него произошел конфликт. В результате мужчина нанес 63-летней рязанке несколько ударов ножом, в том числе в область сердца. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия. Злоумышленник затащил тело погибшей в кусты и прикрыл ветками. Когда он снова вышел на тропинку, то увидел девушку, идущую в деревню. Предположив, что девушка могла видеть его преступные действия и желая избежать уголовной ответственности за совершенное убийство, он схватил девушку за плечо и нанес ей несколько ударов ножом, в том числе в область груди. Вторая жертва смогла вырваться из рук убийцы и начала звать на помощь. К счастью, неподалеку оказались эти два молодых человека, которые сразу же кинулись ей на помощь. Злоумышленник, увидев двоих мужчин, сбежал с места преступления, а молодые люди предприняли активные действия для своевременного оказания медицинской помощи потерпевшей. Благодаря этому, после приезда скорой помощи, раненая в область сердца девушка осталась жива. Благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям, личность злоумышленника была установлена практически сразу, а сам он спустя некоторое время был задержан в Калужской области. Впоследствии он дал признательные показания. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения прокурором района обвинительного заключения направлено в суд, где и будет рассматриваться по существу. Руководителем следственного управления на расширенное заседание коллегии 23 июня 2017 года была объявлена благодарность молодым людям, которые спасли жизнь девушки и оказали содействие следственным органам. Подсудимому же теперь грозит до 20 лет лишения свободы, однако любое наказание не смоет боль от произошедшего в семьях убитой и потерпевшей. Такое преступление может произойти в любое время года, так что гражданам необходимо быть бдительными, а также стараться помогать тем, кто попал в трудную ситуацию. Анна Герцовская, Игорь Глотов, телекомпания «Город». В Рязани к 300-летнему юбилею российской полиции планируют открыть музей истории органов внутренних дел. Соответствующая информация вместе с просьбой оказать помощь в сборе материала для будущего музея появилась на сайте УМВД. Какие экспонаты могут заинтересовать полицию, выясняла Ирина Ковалева. Музей истории органов внутренних дел, который планируют открыть в следующем году на улице Грибоедова, станет единственным крупным в Рязани, но отнюдь не первым. Криминалистический музей в Рязанской губернии был открыт еще в 1927 году. Правда, подробная информация о нем не сохранилась. Однако в том или ином виде музей, рассказывающий об истории органов внутренних дел в Рязани, существовал до 2011 года. Тогда в здании действующего музея произошла авария отопительной системы, так что помещение некоторые экспонаты пострадали. Те, что удалось спасти, станут основой экспозиции нового музея. Среди них кокарда полиции 1917 года, медали, учрежденные для поощрения полиции в конце 19 века, нагрудный знак Десятского, низшего чина полиции сельской местности. Сегодня пополнением коллекции экспонатов занимается Михаил Кузнецов, главный хранитель фонда музея культурного центра УМВД. Ему удалось достать копию переписок 19 и начала 20-х веков, экземпляры газет, в которых рассказывалось о деятельности правоохранительных органов, а также уникальные фотографии. Среди них копия фотографий из альбома последнего губернатора Рязанской губернии Николая Кисель-Загорянского. Она очень ценна тем, что на ней изображены все чиновники рязанские, и в том числе и руководство полиции. Вот он, Николай Николаевич, рядом Бабушкин, начальник губернского жандармского управления, полицмейстер Петр Григорьевич Кузнецов и начальник сыскного отделения Баулин. Вот сзади на втором плане стоят в шинелях частные приставы, околоточные надзиратели, то есть верхушка полиции рязанской. Сегодня принять участие в формировании коллекции будущего музея может каждый рязанец. У населения хранятся такие, как казалось бы, ненужные вещи. Да, вот старая шинель, например, какого-то родственника, который когда-то служил в милиции, да, 50-х годов, например. А для музея она представляет ценность. Ему-то она не нужна, он
готов ее отнести на помойку, так скажем. А мы ее можем реставрировать и поместить в экспозицию. Форма, нагрудные знаки, удостоверения, копии и оригиналы документов и фотографий, на которых мы сможем познакомиться с теми, кто служил в правоохранительных органах в прошлом. Все это Управление МВД России по Рязанской области примет от жителей региона с большой благодарностью. По вопросу сбора материалов, имеющих историческую ценность для будущего музея, можно обращаться по телефону 29 96 53. На этом у меня все. Прощаюсь с вами. До следующих выпусков. Всего доброго.